Thank you.
Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Этот реактив из записок бабушки. Фенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Ну, это мы скоро узнаем. Иду за ним. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться. Но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Еще одна статуэтка. Только похоже на игровую фигурку.
Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. Нашла. Смешиваю ингредиенты. Что там с патрулем? Только что послушала их переговоры. Они уже в пути. Где они? Они... О, нет, идут прямо к тебе. Попробуй проскользнуть мимо них, но я боюсь, уже поздно. Уйди, Лара. Черт. Перехожу в укрытие. Давай, сын!
Готова проверить противоядие? Не скажу, что прямо горю желанием. Если сработает, то я сделаю себе встречу с тобой в долине. Я дам тебе знать, как доберусь до туда. Будто для зверей. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно. Что, наконец, заглянем Богу в глаза. А я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Гадалки не ходи. Ты же ее видел. Найдем описи и пошли к остальным. На нас напали! Прикрой меня! Огневое прикрытие!
Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равданикиса. Освещение еще работает. Похоже на урановую смолку. Ага, это урановый рудник. Боже мой, все такое древнее. Что же они нашли там внизу?
Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать.
Чтобы они не нашли, она находится где-то там. Кто-то прятал горный инструмент. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. И самодельное оружие.
Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Взрыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Вот оно. Так близко. Надо как-то пробраться внутрь. Когда урановая руда почти иссякла, я всерьез опасался, что командование свернет проект. Но когда мы уже собирались закрыть шахту, вмешалась сама судьба. Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала, но явно созданное человеком. Внутри находились древние предметы и объекты, к которым никто не прикасался с того дня, как гробницу запечатали почти 1000 лет назад. Мы удвоили усилия. Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты. Местные снова поднимают шум, как будто не хотят, чтобы кто-то увидел эти реликвии. Придется примерно наказать пару юнцов, пока недовольство не переросло в бунт. Надо найти способ перекрыть ее полностью. Надо высвободить еще одну тележку. Надо высвободить еще одну тележку. Надо высвободить еще одну тележку. Еще одна фреска. Надо высвободить еще одну тележку. Надо высвободить еще одну тележку.
Надо высвободить еще одну тележку. Thank you.
Наверное, в конце концов, рабочим все это надоело. Похоже, эту штуку отсюда волоком тащили. Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания? Только повреждений от неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу.
Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров. Еще одна советская табличка. Орден Красного Знамени – один из высших орденов. Но он специально испорчен. Наверное, его обладатель опозорил себя.
артефактов. Все согласно документам советской разведки. Здесь они добрались до развалин. Что там с беглецами? Не знаю. Видно плохо. Но только что прервалась связь с поисковым отрядом внизу. Ясно. Я сообщу передовой группе, пусть готовится. Движение видно. Но у меня выгодные позиции. Если что увижу, сообщу. Конец связи.
красноармейцы наконец нашли храм благодати пророка. Они остановили прочие работы и принялись грабить наследие наших предков. Но мы готовы. Вместе с пленниками-чужаками мы накопили оружие и динамит. Нужно поднять тревогу среди охранников, воспользоваться суетой и начать мятеж. Красная армия была к нам беспощадна, и мы воздадим сторицей. Мы не остановимся, пока все захватчики до единого не умрут. Только так мы сохраним нашу тайну. Проблемы. Большие проблемы. Я тут немного покопался, сохранил для себя пару файлов и наткнулся на переписку обо мне. Хуже всего, что они как будто хотели, чтобы я ее нашел. Начальник охраны знал, что я сливаю информацию. Возможно, знал с самого начала. И сейчас они наблюдают, ждут, когда я раскрою свою цель. Вот бы у меня действительно была цель, а то обидно подыхать из-за своего дурацкого любопытства. Боюсь, канал уже не надежен. Возможно, они уже нашли тебя. Я совсем с катушек съезжаю, но троица, их много, они везде. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я безнадежно влип. Так вот, ты была права. Вот бы сказать тебе это, глядя в глаза. Маленькая мужская таблетница с эмалированным серпом и молотом. Yeah!
Лара, ты там? Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда! Яков! Тише! Они приложили массу усилий. Черт! Они уже проникли внутрь. Живем, увидим. Как-то чересчур просто. Взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде упоминался. Судя по описи, красные хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горелка? Сейчас. Всем остальным. Ничего не трогаем. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. Наверное, пока они думали, что делать, мятеж начался. Это древние вещи. И надписи не на русском.
поднять! Огонь на подавление! Ну же, покончим с этим! Я ее вижу! Убить! Так точно! Сосредоточиться! Она окружена! Мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Тогда не будем терять время. Идем. Нельзя терять время. По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь, и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно? Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Слушай! Найди Софью! Скажи, что здесь строится! Слышишь меня? Может,
Плохо дело. Может, я смогу? Ладно. Можно подать питание на пульт управления? Тем путем, что мы сюда пришли, нам не вернуться. Придется починить подъем. Знаю. Только дай кое-что сделаю. Черт, не удери. Подъемник заклинило. Направляющая проржавела. Найдите что-нибудь, чем можно его высвободить. Понял. Это пригодится. Взгляну-ка я на пульт управления. Что теперь? Мне нужно попасть туда. Может, если порезать канаты? На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь.
Пожалуйста, ознакомьтесь с этими донесениями как можно скорее. С тех пор, как мы нашли развалины, новых приказов не поступало. Продолжаются исследования реликвий и свитков, найденных на раскопе. Конечно, это покажется невероятным, но похоже, перед нами развалины легендарного Китежграда. Мы обнаружили множество упоминаний некого мессии или пророка. Если я правильно понял текст, он бежал из Византии приблизительно в X веке. В записях говорится, что с собой он имел некую могущественную реликвию. Работы на руднике временно прекращаются. Я намерен выяснить все об этом таинственном пророке. Неужели это часть затерянного города? Мы доставили в главную пещеру тяжелую технику и попробуем пробиться в храм, даже если для этого придется сломать его древние врата. Мы уже добыли и зарегистрировали сотни реликвий, но потеряли в шахтах двух охранников. Я лично допросил пленников из местных, они уверяют, что понятия не имеют, куда пропали бойцы. И хотя мы жестоко их наказали, боюсь, они на грани мятежа. Чуть не попалась. Снова нас отрезало друг от друга. Надеюсь, Яков жив. А я точно не знаю, где нахожусь. Это начинает входить в досадную привычку. Я борюсь за жизнь. И, к собственному удивлению, продолжаю надеяться. Меня окружают удивительные развалины. Похоже, это затерянный город пророка. Но насколько все это правда? Святой источник, он и вправду здесь?
этой фреске пророк проповедует в Константинополе.